Чтобы в Демидов-парке потеплело, по мнению Минстроя, на первых этажах новоалтайского жилья нужно расположить, к примеру, детский сад, поликлинику или другую организацию. По проекту там предполагалась коммерческая недвижимость. А пока первые этажи пустуют, будет холодно и в соседних квартирах, констатировал Гилев. Есть и другие причины. Есть вопросы к теплообменнику, от которого подается тепло в дом. После того, как там один клапан убрали, тепло, в принципе, на 10 градусов подачи увеличилось. И в целом по квартирам, которые там замеряли температуру, если она была до этого до 14 градусов, то, в принципе, на градусов так вот в среднем на 6, на 7 поднялась. Ситуацию исправила бы и заселенность дома, но пока люди въехали лишь в 12 квартир. Кто-то решил поменять типовые батареи на свои. Это еще одна причина холода. Между тем, жители считают, что проблема в недоделках строителей. На данный момент дом находится на гарантии. Вопросов к дому пока не озвучено. То есть о том, что где-то дом, например, сделан не по проекту, где-то то, что сделано, должно быть не сделано, либо сделано в других материалах, такой информации на сегодня нету, и никто ее не подтверждает. Проверять эту информацию будет технический надзор, ведь все перипетии со строительством Демидов-парка изначально были связаны с проблемным подрядчиком. Но на данный момент конкретных претензий к строителям нет, заявил министр. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.